Никит, ну все, я тачку загрузил, всю проклеил, ручки заклеил, фары снял, фары сейчас транспортные отправлю. Встречаю свою ласточку в Москве. Давай, до скорых встреч. Где у нас с вами может начаться первый рабочий день? Конечно, в транспортной компании. Сейчас придет обвес Димы Илюка, и будем ему его отправлять как-то. Димуля, я не зря сегодня одел твою майку, потому что смотри, что у нас там. Оп-оп-оп, твой обвес пришел. Не знаю, можно ли показывать. Но я показал. Оп, поехали. Так, ну что вам еще рассказать-то? Что-то мне так сегодня некогда сторис снимать. Закупился вот в бутике. В двух бутиках был. Планета Железяк и Atomic Shop. Всяким шмурдяком для Аристы. Ариста такая прикольная получается вообще. Я прям супер кайфую. Я сейчас вам приеду в ангар, покажу, что у нас получилось. Пока я там гасил в поролон, пацаны там все собирали. Поэтому буквально через пару дней мы уже ее будем тестить. Ладно, покажу вам пока, как у нас тут все получается. Видите, все на максимальном стиле, все на катушечках, на черных пайпах, на черных силиконах, на новых фильтрах, сидушка. Так, у нас вот доброволец, который примеряет уже установленные ковши. Впервые человек использует свою задницу для примерки ковшей для адреса. Комфортно ли вам, Павел? Очень. Очень, да? Хочется? Так. Оп. Сейчас водитель сядет. Вот так вот у нас будет выглядеть. Ты поверх моей головы смотришь, да? Ванька там пока прикручивает еще пассажирское сиденье. Ну тут плотно на дрифт. В общем, вот так это все выглядит. Рычаг КПП еще пока не поставили на балдажник. Ручник гидравлический. Панель будет завтра устанавливаться, проводка тоже. Представляете, я пока вам сторис снимал про Аристу, вспомнил за 40 минут, за 45, что мне надо, оказывается, на Киевский вокзал ехать и Илюку отправлять обвес. Я просто примчал сюда и сейчас вот бегу с коробкой в вокзал. Хорошо вспомнил.